В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі. Вітаємо усіх слухачів Світлого радіо. Сьогодні в нас буде музика, буде пісня і буде знайомство з новою людиною, можливо, для вас новою. З нами Наталя Соболєва. Наталя, доброго дня. Доброго дня. Будемо на ти просто в ефірі. Так, хорошо. В анонсі було сказано: вірші, музика, вокал, гітара – все це в одній людині. В ній поєднується краса жіночності, приголомшливий голос, її життя сповнено цікавих історій. Знайомимося з Наталею Соболєвою. У мене перше запитання. От в російській мові кажуть «фамілія» – це латинське «сім'я», тобто сімейне ім'я, так? А в Україні кажуть «прізвище». У нас є слово «прізвище», угу, і є слово «прізвисько». Це начебто два різних слова, але насправді одне й те саме. Угу. Можливо, це від запорожців. Я, наприклад, байрак, так? Ми знаємо, що це такий рів, рівчак, в якому росте там, овраг, коротше кажучи. Угу. Або там, наприклад, у мене є знайомий пастор церкви в Полтаві, у нього прізвище «Убий вовк». Є прізвища такі, як «Не пий пиво», наприклад. Або нещодавно була інформація на Світлому радіо про Івана Підкову. Його так назвали, тому що він розгинав підкови. У тебе є прізвисько, яке, можна сказати, прізвище – Птаха. Да-да. Як ти його отримала? Це ж ціла історія, мабуть. Як воно до тебе пристало? Это действительно целая история, и ключевое слово «пристало», потому что на самом деле мы разговаривали с одним человеком именно по поводу того, как каким-то людям пристают какие-то вещи, вот именно какие-то прозвища. Вот как раз мы говорили о фамилиях, о прозвищах, об истории каких-то имен, селений, чего-то, и я слушала его и говорю: «Знаешь, вот мы разговариваем о таких интересных вещах, я такой обыкновенный человек, что ко мне просто ничего не может пристать, я вообще ничего не могу придумать, чтобы, потому что это же за что-то должно к чему-то присоединяться». Говорю: «Не к чему во мне присоединиться». Он говорит: «Это совершенно неправда, я давно уже знаю, на кого ты похожа. И я знаю, что тебя так и будут называть». Я говорю: «Такого не может быть». И мы с ним, можно сказать, поспорили, заключили пари. Вот. К сожалению, мне уже некому отдавать этот долг, потому что этого человека нет уже с нами здесь. Вот. И тем не менее, он сказал: «Ты Птаха, это же очевидно». Я говорю: «Не знаю, для меня это очень плохо очевидно, притом я была такой довольно-таки большой девушкой во всех таких отношениях, говорю, я тут еле с трудом передвигаюсь по земле, потому что я такая большая, грузная, грустная, печальная». Он говорит: нет, ты Птаха». Вот, и оно действительно, я не знаю, каким образом действительно это все пристало ко мне, но результаты мы имеем на лице. Ну, есть великие птахи, деякі вымерли там. Страусы бывают. Нет, дрофа є, наприклад. Отже, Наталя, творчість, пісня в твоє життя, як вона прийшла? Ну, я розумію, що є, знаєш, я такий жарт дєтства не помню, малой був. Але, ну, тим не менше, от те, що згадується. Ну, вспоминается, в первую очередь, то, я, на самом деле, так как занимаюсь музыкой, очень много общаюсь с музыкантами, и есть много взросленных и воспитанных, и выученных музыкантов, которые, в конце концов, музыкантами не являются. То есть они занимаются разными родами деятельности, в конце концов, вот. Ну, как любят говорить, для общей программы это вроде как всегда хорошо, но есть люди, которые, то есть, как-то у них поклыканье, да, есть просто вот поклыканье души, вот, и я думаю, что вот эти люди и становятся в первую очередь настоящими вот музыкантами, проводниками вообще каких-то мыслей, духа, вот, и, конечно же, образование тоже нужно в эту... на это накладываться обязательно, но я считаю, что вот это вот первостепенное вот поклыкание и создание души именно такой, какой она есть, вот это есть. Я думаю, что
как когда-то у меня были очень большие дилеммы, как жить, что делать, потому что надо же что-то еще есть, надо как-то существовать в социуме, и музыка совершенно не кормила, и не было никаких перспектив реальных, что, ну, вот, притом певцов у нас много, ну, вернее, музыкантов много, а певцов еще больше, сейчас вообще все певцы и так далее. Караоке. Вот, да, и караоке, и все мне говорили: Наташа, кому нужны эти певцы, вообще, как ты думаешь? И когда я поняла, что я как-то одному человеку, который очень долго меня этим вопросом мучал, я говорю, в конце концов, как, говорю, вы не можете понять, не я это избрало меня. То есть, и дело в том, что это так есть, и это было с самого начала. То есть я, сколько я себя помню, я всегда пела в разных форматах, на деревьях, в подвалах, под деревьями, в детских садах. Там, я помню даже, когда там дети ж, в общем-то, не любят спать. У меня есть одна песня, которая заканчивается такими словами. Песня называется «Когда ледяные горки казались большими». И вот она вся вот о нашем детстве. И там заканчивается такими словами: и когда вот это все было, когда солнце было в половину неба, когда горки были такие большие, когда и лужи деревья были, да, деревья, когда были лука, большими. Когда лужи были такие, что можно были корабли по ним запускать, и казалось, что они плывут, то мы были такими огромными, что нам не хотелось спать. Вот у детей, первое, они настолько жаждут этой жизни, что они не хотят спать. Взрослые в основном, они хотят спать. То есть они хотят спать от переутомления, от разных вещей. Но в первую очередь, я думаю, они хотят спать, потому что почему-то они уже не хотят узнавать эту жизнь, и поэтому они хотят спать, соответственно. То есть, а дети, они все, в общем, в детских садах, и дети не спят. Это я к чему? Возвращусь к тому, что я пела на вот этих сонных часах детям, то есть я была сама ребенком, потому что, в общем, у меня эти идеи какие-то брызгали, постоянно крутились в голове, и я что-то... Мені мультик згадується про Петра Карп'яточкіна, який в тиху годину якраз всіх розважав. Да, то есть, поэтому вот, и как-то это было всегда, и, конечно же, спасибо моим родителям, и была и музыкальная школа, и было и музыкальное училище, и были вот великолепные курсы при ГИТИСе в театральном институте в Москве, 2 года мы занимались, вот, и то есть все было потом, и образование, и общение, и вот как-то это все вот так вот вышло в такой вот снежный ком. Ти коли розказувала про своє прізвище, прізвисько Птаха, сказала, що вважала себе людиною, ну, заурядною, звичайною, мені здається, от є дві крайнощі. Навіть там в Біблії написано: не роби крока ні ліворуч, ні праворуч. Mm-hmm. Ходи просто. Yeah. Ну, просто, в смислі, прямо. Yeah. Але це важко зробити. На одну людину дивишся, вона себе переоцінює. Там, ну, така зв'язна болезнь, хоча ні на чому вона не тримається. На іншу людину дивишся, в неї всі дані, але вона настільки скромна, що це їй заважає якось робити кроки вперед. Те, що ти співала на деревах і в підвалах, це добре. Але от крок на публіку, крок на сцену, сцена – це ж підйом, ти наче над усіма, вище всіх. Як тобі це далося? Далось очень легко, потому что сцены были еще тогда, когда вот это еще, это когда были деревья и подвалы, потому что были такая простая вещь, как подъезды. А когда были подъезды, знаете, вот еще... Там акустика, как правило, такая хорошая. Во-первых, внутри подъезда, но я даже говорю не внутри подъезда, когда входишь в подъезд, там часто бывают ступеньки. Это самая прекрасная сцена, так как я еще была ребенком, это была действительно большая сцена, притом публика всегда присутствовала. Перед подъездами всегда сидели бабушки с сумками, с авоськами, с клюками, они там всегда сидят, в общем-то, это такая... То есть у меня были сцены, я когда видела скопление бабушек, и особенно когда я видела такие подъезды, где есть ступенечки, и там вот этот вот вход, как это называется, ну, правильно, в архитектуре, я просто иногда подходила к бабушкам и говорила: хотите, я вам сделаю концерт? Они, конечно, на меня смотрели удивительно, но потом говорят: хотим. Я поднималась на эти ступенечки. В простонародье там приступки говорили, да. А взагалі, по-українськи, призьба є таке слово. Да. Ну, я думаю, що ми правильного все ще не знайшли, але воно десь є. Були такі варіанти. Я видела такі під'їзди бабушек, сидячих перед під'їздами, у мене це просто зажигало мені. Тобто, тому, я думаю, сцена почалася іменно тоді, і несмотря на... спасибо, за что вы отметили мою скромность. Может быть, это действительно присутствует, в какой мере, я не знаю. Но вот этого, я хочу сказать, порога на сцене я всегда себя чувствовала комфортно. Несмотря
несмотря на то, что я себя чувствовала некомфортно вне сцены и потерянной вне жизни, но когда были какие-то подмостки и какая-то возможность что-то выступать и сказать, я себя чувствовала прекрасно всегда. То есть поэтому именно вот этого барьера не было. Скорее всего, можно, если говорить о барьерах, то они были, в общем-то, другие. Как туда попасть вообще и как туда выйти? Наша гостья Наталя Соболєва, вона автор і виконавиця своїх пісень. Кілька з них ми сьогодні почуємо. Наталя, я хочу тобі дати буквально півхвилинки-хвилинку такі вступи до пісень. Перша пісня буде «Молитва». Можливо, історія її створення, або ну, що ти хотіла цією піснею сказати. Хоча це невдячна річ про пісні говорити в прозі. Пісня сама за себе говорить, але тим не менше. Ну, про цю пісню, єдине, що я можу сказати, що... Как по мне, то есть, потому что молитва – это же на самом деле индивидуально, это совершенно личное, да, сколько разных людей, столько разных и молитв. И как у меня есть небольшая такая печаль, когда я смотрю на людей, там, на верующих людей, когда они даже в своем личном боятся выражать себя, то есть есть какие-то шаблоны, но я считаю, это такая, вот как творческий человек уже может быть, такая огромная сила, когда ты находишь свои слова, выражение своей души и не стесняешься перед Отцом Небесным просто открывать и говорить то, как ты думаешь, и той формой, какой ты думаешь. Поэтому, вот, возможно, это то, как я думаю. Ну, то есть одна из моих там мыслей, скажем так, о том. Да, песня «Молитва» — это как маленькая споведь. Да. Ну, с приводу там молитовників и інших подспорий, я б сказав так, що є час дійсно читати класики, там, скажімо, Олександра Пушкіна, Тараса Шевченка, але є час написати свій власний вірш. І, можливо, він не буде дотягувати до тих взірців високих, але, тим не менше, це буде твій вираз твоєї душі. Я хочу не бутылкой пустой быть, твоей бейсбольной битой. Я хочу быть сраженной тобой, я хочу проиграть тебе все битвы. Я хочу, чтобы ноги мои не несли меня дальше твоего дома. Я хочу быть близкой к тебе, а не просто так одной знакомой. Я хочу лежать у ног твоих, где б ты ни был. Я хочу лежать у ног твоих, слушать песни неба. Я хочу, чтобы руки твои, чтобы ризы твои меня касались. Я хочу твоей сильной любви и всего, что еще для меня осталось. Я тебя больше не отпущу, я жизни своей не пожалею. Я всегда быть с тобою хочу, я хочу быть только твоею. Я хочу лежать у ног твоих, где б ты ни был. Хочу лежать у ног твоих, слушать песни неба.
Світлі гості на Світлому радіо. Сказано про Марту і Марію. Марія сиділа біля ніг Христа. Наталя хоче просто лежати. Це ще більше релакс. Ну, на самом деле, знаете, вот именно вот эти песни и песня «Молитва» была записана, кстати, это спета с большой температурой. Там вот, кстати, вот эта хрипотца слышно, это я с большой температурой у меня была, я записывала. И это был такой период жизни, на самом деле, что... Я, ну, как бы... С большой температурой жизни, только лежать можно. Да, но как бы тогда было так сложно, и эти песни писали, что как бы я просто часто ложилась на пол, потому что, ну, и когда я с Богом разговаривала тоже, потому что это... Я даже сидеть не могла. То есть это, и эта песня, она где-то так же тоже написана, может быть, поэтому... Так, как бы, так вот, в полном смысле слова. Да, да, це унікально взагалі слухати такі історії. Так, коли кажуть лежать, то, ну, уявляють людину, яка лежить нічком. Але, в принципі, можна лежати і під зоряним небом, обличчям до гори. І, до речі, всі ці штуки, вони теж, ну, тобто ми, як люди в тілі, все-таки не можемо цього уникнути. От тіло спонтанно виражає якісь наші переживання. Хтось там руки піднімає. Повертаючись до нашої історії. Ми всі родом з дитинства і вже трохи згадали твоє дитинство, Наталя. От про сім'ю, може, трохи розкажеш, про свою. Ну, ти сказала, що вдячна батькам і за те, що розгледіли в тобі от це і роздмухали цю жаринку до того вогню, який зараз в твоєму житті є, творчого. А що ще цікавого розкажеш про сім'ю взагалі? Звідки ти? Можливо, комусь цікаво. Сама я родом из Нижегородской области, тогда это еще была Горьковская область, город Горький, сейчас это Нижний Новгород, город Чкаловск, там, где я родилась и жила в начале своей жизни, это была улица Советская, совершенно рядом стоит дом Чкалова, это просто, в общем, несколько шагов пройти, сейчас это, ну, соответственно, музей Чкалова, может быть, тоже некоторые говорят, а, так ты еще там, может, птаха, то есть, да. Ага, летать, это, мріяла про небесні сфери. Да, то есть, поэтому, на самом деле, даже есть вот такая маленькая... История, ну, в которую я попала совершенно. Поэтому родом я оттуда, у меня папа родом оттуда. Вот, там великолепные места, великолепные люди. Вот, потом волей судьбы родители переехали в Дніпродзержинск, Дніпропетровская область. Ну, как-то так. И відтоді ти там, тобто у тебе родичі... По обидва боку кордону, да? Ну, получается, да. Даже в основном я могу сказать, что большинство именно, да, сейчас уже с той стороны получается так. Зараз вже, можна сказати, роки два, ну, насправді більше, але таке загострення відбулося, ну, капітальне. І коли це, от в Біблії написано, враги чоловіку домашні його все, як ти справляєшся? Ти, ну, начебто, між двох огнів, і ти, в принципі, жінка, ти пишеш пісні, як от в твоєму положенні, ну от в Біблії сказано, блажені миротворці, бо вони будуть названі синами Божими. Що ми кожен, ну от ти на своєму місці, як ти бачиш свою місію, щоб бути цим миротворцем от в цій ситуації, яка зараз? Тому що кінця краю не видно, да. А хочеться, да. Ну, якось сприяти тому, щоб війни не бувають вічними, але ми маємо вкласти кожен, напевне, якусь свою хоча б вдовину, лепту в це. Угу. Знаешь, вот мы с тобой сидели на берегу Днепра, да, в Днепропетровске, и общались на эту тему чуть. Я для себя тоже, конечно, это была и остается большой проблемой, как общей, так и личной каждого. Это лично каждая проблема, потому что у всех не только родственники, но и друзья остались по обе стороны взглядов и всего, и как бы, и даже если смотреть каждую отдельную сторону, там еще множество взглядов и вещей, которые в данной ситуации конфликтуют все между собой, и сейчас такое вот, ну, сложный очень период для каждой души человеческой. Но я для себя нашла вдруг не то, что успокоение, для меня было, когда я поняла, что Христос пришел в Иудею, когда римляне полностью там властвовали. Аннексировали, да? Оккупировали. То есть, да, аннексировали. То есть этот факт был всем давно известен, но он не был раньше настолько как-то... Животрепещущий. Да. То есть мы как бы знали, это был совершенно проходящий факт, о котором даже никогда не говорилось. Не у нас. То есть мы, когда общались, мы никогда ни разу в жизни на этом не акцентировали внимание. И вдруг я настолько именно на этом факте сконцентрировалась внимание, то есть как жил Христос и как он смотрел на все. И он, и кому он проповедовал, он абсолютно ровно общался и с римлянами,
и с сборщиками налогов, и да, и с нищими, и к тем все. То есть вот, в общем-то, я вдруг поняла, вот, то есть надо смотреть, как он жил, вот так мы и должны жить, потому что, то есть в первую очередь, если брать землю, по которой мы ходим, то это Господня земля и все, что наполняет ее, это люди уже, то есть проводят границы и так далее, и так далее. И по сути, то есть так как мы говорим о Боге и соединяемся с Ним, то... Это его земля, и мы, да, то есть если открывается дверь, я пойду туда, куда открывается дверь, и мне, в общем-то, не важно, какие люди, какие провели границы, это первое. И второе, если брать уже второй вопрос, то земля, как бы, и земля это и есть душа человеческая, вот, как бы, мне не важно, то есть с какой стороны находится человек, конечно, то есть понятно, если человек о чем-то не хочет слышать, так это тоже не важно, с какой стороны он не хочет слышать о чем-то, или общаться, или быть открытым, или приходить к компромиссу, или искать истину, или, ну, то есть это, а если он хочет, тоже, опять же, неважно, то есть где он находится, потому что я езжу и в одну сторону, и в другую, и в Крым езжу, и, то есть, и везде люди как были, так и есть совершенно разные, и везде есть люди чудесные и открытые, и жаждущие вообще жизни, и мира, и любви, то есть они совершенно везде. То есть поэтому, и вот, надо идти к таким людям, надо с ними общаться, надо жить. То есть и я как-то, потому что именно это вот во мне, я смотрю, думаю, Христос, он же пришел именно в такую ситуацию. И именно эта ситуация, она не является ключевой, когда мы смотрим их Писание. То есть она не является на поверхности. На поверхности лежат совершенно другие вещи, другие вопросы. Вот я и смотрю именно на вот эти другие вопросы и стараюсь. Конечно, я абсолютный человек, и меня все это печалит и задевает, и я справляюсь с собой тоже, чтобы, ну, как-то перешагивать какие-то вещи, чтобы идти дальше, дальше и дальше. Как-то так. Ну, мудра твоя позиція, і, в принципі, ти начебто взяла і високо, можливо, високо, і, можливо, глибоко. І з такими переконаннями, як тобі живеться сьогодні, я маю на увазі, що дехто друзів старих розгубив, там, розірвав, ну, можливо, не міцні зв'язки. В когось це навіть по сім'ї пройшлося. От в твоїй ситуації, з такою позицією, тобі вдається, ну, більш-менш підтримувати добрі стосунки з усіма, з ким раніше? Ну, чи, якщо вони були, так? Ну, що я можу сказати, дві речі. Ну, во-первых, я стараюсь... Вот, потому что это все в процессе, вот он сейчас, этот процесс и происходит. Потому что трещины однозначно прошли, вот, но я вот, я стараюсь собирать. Дальше, то есть я как бы встала и пошла, чтобы собирать, чтобы собирать. Вот сейчас отсюда, из Киева, я поеду в Самару, Тольятти, Самара, там будет Грушинский фестиваль и так далее. Мне тоже говорят, а почему ты туда едешь и так далее? Потому что, говорю, я взяла лукошко, пойду хоть что-то соберу, то есть, ну, в отношениях и так далее. Ну, посмотрим, я не знаю, что будет, потому что, я повторяюсь, я действительно самый обыкновенный человек, и всякое бывает, и срываюсь иногда. Были такие случаи, как я не настраивалась, и едешь, как недавно у меня была ситуация, мне сказали, да, Наташа, вот это ты мирная ласточка. То есть я ехала совершенно миром, но кончилась сложная очень ситуация. Я даже сама не ожидала, потому что эмоции все-таки вышли наружу. И была сложная очень ситуация. Мы ее как-то решили, но то есть совершенно такая немирная, как бы она решилась. Но все-таки все решилось хорошо, но был конфликт очень большой. Вот, все-таки как-то... Ну, тем не менее, всякое бывает. Но я надеюсь хоть что-то собрать в отношениях. Вот, будем надеяться. Да, и блаженно верующий, блаженно надеющийся. Я людина, і ніщо людське мені не чуже. Да. Час наступної музичної інтермедії. Нагадаю, що з нами Наталя Соболєва, Птахов. Пісня буде «Когда кончається літо». Ми тільки в літо ввійшли, а послухаємо. Да. Да. Ми через творчість можемо носитися і в часі, і в просторі. Скажеш кілька слів про цю пісню? Чи вона не потребує? Да, да. Не потребує інтермедії ніяких. Когда кончается лето и начинается осень, особой жаждой рассвета переполняется все. Когда кончается лето, тогда с рождением вопроса уходит юная ревность, другое время пришло. Когда кончается лето, то смена красок пугает. Я постараюсь привыкнуть
совсем к иной красоте. Когда кончается лето, то собираются стаи те, у кого появилась большая сила в крыле. Смотри, кончается лето и начинается осень. День станет пасмурной шторой и будет ночь холодней. Настало время ответа, ведь что-то впрямь происходит. Смотри, у каждого дома Иисус стоит у дверей. Начинается осень, день станет пасмурной шторой, и будет ночь холодней. Настало время ответов, ведь что-то впрямь происходит. Смотри, у каждого дома Иисус стоит у дверей. Відеоінтерв'ю доступне на нашому каналі в Ютубі. З нами автор-виконавець Наталя Соболєва «Птаха». У неї сьогодні в Києві концерт. І ми якось таких печальних тем зіткнулися. Давай перейдемо до дружби, до якихось близьких стосунків. Люби ближнього, як самого себе. Є такі слова, і це програма «Максимум». Вибір ближніх в твоєму житті. Що ти цінуєш в людях? Які критерії? Якщо є якесь місце взагалі для вибору оточення, можливо, про це розкажи, тому що деякі люди більш активні такі, проактивну позицію займають, а деякі, такі більш як фаталісти, тобто я не вибираю насправді. Так тоже трудно сказать. Я не могу сказать, что я особо выбираю. В первую очередь я даже сказала, что если я что-то выбираю, то отстраняться от каких-то людей. Вот это, если там уж сказать о выборе, если я вижу, что это как-то, разные могут быть причины, но отстраниться, это я действительно могу выбирать, и делаю это. Да, дякую, це коректировка, дійсно, так правильніше сказати. А уже все остальное, конечно же, ты не выбираешь, это просто есть само по себе. Життя, ты включенный в контекст. Да, и ты просто в этом лавировать. Да. И если брать, сказать то, что тоже очень трудно сказать, потому что если брать, что ты ценишь или почему ты поддерживаешь отношения, тоже. Но я скажу, что мне близко и что я невероятно ценю и восхищаюсь всегда, это когда достоинство, есть такое понятие достоинства, когда человек это. И само это понятие, оно настолько, мне кажется, многогранно и формируется разными вещами. То есть, разные вещи, понятно, там честность очень люблю, когда человек честен и там открыт. То есть, потому что у меня есть друзья, которых я очень ценю, они грубые, они могут неприятные вещи сказать, сразу еще что-то. Но из-за того, что ты понимаешь, что там нет ни подводных камней, ничего-то, что ты знаешь, что-то человек есть такой, какой он есть. И пусть он там лучше накричит или там что-то сделает вот так или так, это совершенно, потому что ты знаешь, что это тебя не ранит, это тебя не подставит, это тебя. То есть, вот когда люди открытые и честные, наверное, это в первую очередь то, что ты, по крайней мере, смело идешь в эти отношения и поддерживаешь их, и потому что, это, конечно, добродетели, чего-то хорошего столько много, у каждого они есть в меньшей и большей степени. Да, цікаво, що, в принципі, чесні люди, від слова честь і достоинство, це однокорінні слова. А з приводу відштовхування, є просто там певні моменти. У нас тільки 24 години на добу є, і якщо ти линеш до якихось людей, то у тебе на інших просто не буде вистачати часу. Все взаємопов'язано. Кажуть, що
зрозуміти, є таке, здається, прислів'я, зрозуміти означає пробачити. Ти погодилась з таким виразом? Я думаю, абсолютно. Потому что, думаю, да. Потому что, ну, на самом деле, для меня именно краеугольным камнем преткновения, в принципе, в разных вещах является, когда я что-то не понимаю. Это зависит даже не только о прощении, а вообще, если я не понимаю какую-то вещь или почему она происходит, это будет меня мучать, и если ты понимаешь, и, а тем более, что люди, которые живут с Богом, там же они, то есть ты уже, твоя душа оттачивается, есть даже, я говорю, если раньше было чего-то трудно, то есть твоя, даже ты головой прощаешь, а есть же еще сердце. Извините, и ты как ему сердце не приказываешь. Еще и печень. Вот, хотя мы, конечно, можем приказывать, это мы тоже знаем. Но, тем не менее, каким-то образом они все равно живут совершенно параллельно, но каким-то образом вот какой-то в нас такой отдельной жизни, особенно сердце, такая вещь интересная. Но по мере того, чем больше ты движешься, я говорю, как я даже чувствую, есть какие-то навыки прощения. Сейчас мне прощать гораздо проще, чем, допустим, было там 5 лет назад или 10. Во-первых, происходит внутреннее исцеление какое-то, освобождение какое-то, ну, от разных вещей, от разных. Поэтому, но я думаю, что это очень-очень близкие понятия и взаимосвязанные совершенно. По крайней мере, не то, что понять человека. Иногда, чтобы простить, надо себя в первую очередь понять, там, иногда в каких-то ситуациях. А чему ты не можешь простить? Или там, вот. Я даже думаю, в моменте прощения это даже важнее, чем понять, потому что психологи разбирают в первую очередь, ну, ты пойми, этот человек поступил так, потому что тебе от этого его простить не легче. Но когда ты понимаешь, почему ты не можешь простить этого человека сам, ты лично, то я думаю, вот именно это понимание гораздо легче о том, то есть тебе выходить из каких-то ситуаций и прощать там людей. На таких матерій торкнулось. До речі, з приводу печені я не жартував, є в біблійній мові так, розум, є серце, а є нирки або там внутрішності в російському, в синодальному перекладі. Це теж такий от цікавий термін, можна сказати, богослівський. Ми таких матерій торкнулись, я хотів би от про сім'ю тебе розпитати, но кажуть, що, ну, я завжди згадую це вислів, типу, що жінки з Венери, чоловіки з Марсу, тобто це взагалі різні матерії, як вони одне без одного не можуть. І одне з одним, типу, ну, от як у Юту є пісня там «With or without you», і так, ну, і багато віршів, і це взагалі, можна сказати, джерело творчості. От у тебе сім'я, чоловік, і ти така творча людина, багато, ну, їздиш, багато співаєш, можна сказати, ну, блістаєш. От, як... Ну, як от у вас всі ці роки? Ну, не може бути, щоб безхмарно. Чи були у тебе якісь ну, об'явлення от в цьому плані, що робить твоє життя, ну, не те, що легшим, а тобі його легше нести, власне? Ну, у меня просто лично у меня и у нас, и уже потом и у нас в нашей семье, и моя личная, все сложилось так, что очень долго было так хмарно, и хмарно беспросветно. Вот, и это было очень долго. Ну, потому что у разного есть ритмы жизни, когда месяцы, времена года сменяют. Вот у каждого есть какие-то внутренние ритмы вот этой, ну, то есть, и у нас лично было так, что очень много лет было просто одни сплошные тучи, без всяких просветов. Я просто не шучу, не жартую. Было очень долго, тяжело, очень долго. И у меня лично, и потом в семье мы как бы два такие одиночества, совершенно потерянные люди соединились и также потеряно продолжили только уже вместе существовать. И, повторюсь, долго еще вместе существовали, очень сложно и очень тяжело. Это не в личных, это в материальном плане, в социальном плане. То есть мы как бы жили совершенно на задворках вообще жизни, так сказать, пытались что-то делать, работали на миллионах всяких работ, чтобы что-то покушать, что-то, это было совершенно все несостоятельно, бесперспективно совершенно, вот, и всю свою юность и молодость мы провели в совершенно вот такой барахтанье бесперспективной жизни, просто уже думаем, ну, слава Богу, что хоть Господь нас нашел, что как-то в конце концов, то есть хоть какая-то это была вот единственная только надежда, единственный просвет понимания этого всего. И сейчас, на самом деле, произошел момент, что солнце выглянуло. Вот сейчас я нахожусь в таком периоде, и наша семья, оно действительно так облака разошлись, и оно теперь стабильно светит. Оно реально просто стабильно светит, никакие тучи не приходят.
Вот, и я просто иногда думаю, ну раз так было долго, я уже считала, сколько это лет было, это же не месяцы были, это было год за годом на самом деле, и я даже смирилась уже с тем, думаю, ну вот, наверное, так, я там знаю, как у всех по-разному, у нас, крест, наверное, свой так, крест, да, это такой крест, свои и я даже с этим смирялась, и долго я смирилась с тем, что я никогда не буду петь, я однозначно в этом была уже уверена, что я никогда не буду петь, что... и это был долгий процесс такого внутреннего умирания, смирения с этим, потому что это было очень больно, и это было очень долго, и очень больно, я вообще не понимала, ну, как бы, зачем Бог вот так вот нас на такие мучения избрал, потому что я хочу петь, я жаждала всю жизнь только этого, и я, тем не менее, смирилась с тем, что я никогда не буду петь, там, или еще что-то, или, ну, много таких всяких вопросов. И теперь как-то вот выше солнца, не то, что там бьет фонтан и все такое, ну, по сравнению с тем, что было, он действительно и бьет, но мы как бы вышли в это солнце какие-то уже совершенно другими людьми, скажем так. И поэтому вот многие говорят, Наташа, как же вы семью поддержите? Ну, говорю, у нас настолько сформировалось отношение и какой-то костяк вот за вот эти все годы, когда солнца не было, скажем так, что теперь... как-то этого вопроса просто не существует. У нас уже настолько, вот как, знаете, есть поделки такие, они вверху или птички летают, а внизу такое твердое основание, тяжелое, что вот эта скульптура, которая сверху шатается, летает, она не может никуда улететь, потому что вот внизу такой груз очень тяжелый, ну, такой вот, а основание. Вот из-за того, что у нас вот, я так вижу, такая сформировалась такая вот... плотное и вот это вот основание, что теперь я часто езжу действительно еще что-то, но я как вот привязана к этой штучке, я вот знаю, что я никуда не улечу, не оторвусь, потому что оно вот, вот так вот держится. И поэтому вот и как-то так, одно, что я вижу плюс этого всего, что все эти поездки и знакомства, и выступления, и люди бывают действительно разные, ситуации бывают разные. Я понимаю, что я сейчас, ну, как бы вышла другим человеком, более там спокойным, более понимающим, более у меня гораздо меньше соблазнов из-за этого всего, потому что очень много умерло, я смирилась с тем, что, то есть меня это не привлекает, многие вещи меня просто не привлекают, они, то есть их уже для меня, вот как-то так, поэтому сейчас, в общем-то, можно сказать, несмотря на то, что столько всего происходит, я вижу сонце каждый день, несмотря ні на що. Слава Богу. Знаєш, слухаючи все це, я чомусь згадую слова. Если пшеничное зерно упав в землю, не умрет, останется одно. Если умрет, принесет плод. Может быть, можливо, все це якось пов'язано з цією історією. Может быть. Я когда умирала, я тоже об этом думала и знала, и думаю, вот же, я понимаю, что я нахожусь в процессе умирания. Думаю, ну боже, сколько же это может быть? Я уже думала, что я умерла, а я все никак не могу умереть. Вот, что-то такое, я думаю, это так, в общем-то, и было. Тут ще така штука психологічна, мені здається. Якщо в тебе залишаються якісь амбіції і очікування чогось від майбутнього, від ставлення людей до тебе, ти будеш розчарований. Тобто, якщо є очарування, то є разочарування. Це такий процес, якого не уникнути, рано чи пізно. Мені навіть зараз говорить, Наташа, як ти завжди, я завжди удовлетворена любими поездками, любим общением. Мені говорять, а як ти вот, ну, не розчаруєшся? А я говорю, тому що коли я йду или на какую-то встречу, или куда-то еду, я сразу определяю для себя какие-то вещи, которые я не смогу в них проиграть. Во-первых, например, я иду знакомиться с человеком. Говорю, в любом случае я познакомлюсь с этим человеком. То есть мне, то есть уже я не ставлю само знакомство, оно состоится в любом случае от общения, то есть мы делаем какое-то, это, ну, понятное дело, еще и опыт, и есть какие-то вещи, которые у меня невозможно отобрать. И каждый раз, когда я куда-то иду, я понимаю, что однозначно будут какие-то вещи, которые у меня никто не отберет, которые я приобрету в любом случае. И я ставлю себе именно такие задачи. А то, что сверху случается, так это бонусы просто. И ты понимаешь, что на тебя с неба что-то падает. Вдруг оказывается, что это прекрасный человек. Вдруг оказывается, что это там перспективное знакомство. Ну, в смысле там общения музыкального там или там, ну. То есть вдруг оказывается, а это уже я просто смотрю, что это падает с неба просто. Такие алмазы такие, думаешь. Вау. Как все замечательно. Є таке прекрасне слово «благодать». Є такий дитячий віршик в недільних школах, я розказую. Що таке благодать? Це значить просто дать. Це значить не продать. Це так, в подарок дать. І от мені здається, що відчувати це, от життя як подарунок, це теж великий дар, в принципі, саме по собі, ця можливість. Є такі слова, пісня Андрія Макаревича, «Не стоїть прогибатися під змінчивий мір, пусть лучше он прогнется під нас». Мені здається, що тут... Тут дві крайності. Да. Насправді, да, прогибатися не треба, але і намагатися прогнути його під себе теж не треба. Золотою серединою. І от у нас, на жаль, от
час спливає. Наталя, дякую за те, що ти завітала. І остання пісня буде «Я іщу тебе». Скажеш щось про цю пісню, з якою попрощаємося зі слухачами? Та чудесна пісня, я її дуже люблю. І вона написана із впечатлений від книги «Пісня пісней». Тобто, по суті, це... Я ищу тебя, понятно, кого я ищу. То есть, и, ну, это, в общем-то, впечатление от песни «Песней», мои личные впечатления. Я обожаю эту книгу. Мало чего в ней понимаю, все равно я ее обожаю. Сердцем, читаю сердцем. Да, то есть читаю сердцем, ну. Поэтому это вот оттуда. Спасибо. Я зову тебя по имени, вспоминая ночи синие, вспоминая ночи черные, я ищу тебя. Я зову тебя, как водится, вспоминая про бессонницу, но приду домой околицей на закате дня. Я зову тебя, как водится, вспоминая про бессонницу, но приду домой околицей на закате дня. Это только мне так кажется, что рука коснулась скважины. Это только мне так чудится, что слова любви, словно ветер, словно ураган, из далеких жарких стран поднимают к небесам уровень крови. Словно ветер, словно ураган, воспаленных жарких стран поднимают к небесам уровень крови. И, наверное, я ищу тебя.